Всем привет, с вами Серлат, мы продолжаем играть по стражи Мастер Лига. Начинаем матч против Ганзара Чио, гостевой матч. Ого. Ого-го, мягко говоря. Ну что ж, давайте, ребята, новички. Выходят. Пусть, короче, новички развлекаются. Пора дать отдых уже. Пятов. Пятов, что ты тут делаешь? Я забыл тебя сменить совершенно. Ну ладно, потом я это сделаю. Элсиньо. Хупшон. Ну пусть будет Хупшон, не знаю зачем. Но пусть будет. Так, кто еще тут есть такой? Каннибаловский, нет. Давай-ка ты парень вместо, не знаю, Ракитского. Ну все, вроде неплохо. Осталось теперь вот что сделать. Так, сейчас. Лустриано, ты тоже себя разве плохо чувствуешь? Ага, невероятно плохо. Да, поэтому давайте попробуем поэкспериментировать. Правильно, подающий. Да, Дэвич. Хорошо себя чувствует. Измаил. Давай-ка на замену. Чегринский уходит, Навхе выходит. Навхе, давай сюда. Это тебе ближе. Степаненко уходит, выходит Купчман. Довольно-таки неплохо. Так, ну что ж, начинаем матч против Ганзара Чио. Да, прикольное название команды. Ой-ой-ой. Все. О, Нола, ничего себе. Нужно было получше изучить состав, возможно, тут еще и имена у игроков. Еще вообще хоть как-то изучить. Ко-ко. Ладно. Фернандиньо. Да, будет очень сложно, конечно, играть. Нарушение. Да, Убшин ответил на твое нарушение, пройдя через тебя. Судья. Ой-ой. Да, конечно, такой защитой новичками, то есть будет очень сложно. Ого, мог пострадать вполне себе. Наш Дуглас Коста, это была опасная игра, хочу заметить. Ой-ой. Подкат, отлично. По крайней мере, вратарь у нас остался наш, поэтому все должно быть хорошо. Снова нарушение. Это раз Фернандиньо. Разыграли. Игроки. Команда противника. Дэвич с мячом. А Дэвича в нападении я возлагаю огромные надежды. Ой-ой, Дэвич, ну как ты так мог? Что за пас был? Ой, все, я уже просто не знал, что делать. Я скорее... Желтая, ничего себе. Повезло, Навхео, повезло. Что вот он уже проиграл, был бы там другой игрок, например, Чегринский. Думаю, в скорости он бы точно не проиграл и корпусом. Ну а наш новичок умудрился все-таки. Так, Дуглас Коста вступает в борьбу. Удачно. Эх, что за пас. Смотри, Хитарян, отлично. Удар Мхитаряна и гол. Давно не забивал Мхитарян. Поэтому я его часто и менял. Но в основе он быть все-таки заслужил. Не его вина, что он так часто оказывается с мячом. И пытается играть как можно чаще с игроками своей команды. Причем довольно-таки удачно это делает, но сейчас была очень грубая ошибка наших игроков, сорна. Ой, терм хитаря нарушаешь. Что за бред с вами, ребят, творится? Почему вы так решили понарушать? Да, нужно осторожнее действовать. Дэвид бежит.
Скорее всего, выйдет мяч, поэтому... Хотя нет, не вышел, ничего себе. Нахео, давай. Фернандиньо. Не добежит, но... Мяч, надеюсь, вышел не от нас. Нет, вышел от нас. То есть от Нахео. И подается угловой наши ворота. Отлично. Сейчас быстро выкидывают, быстро. Девич с мячом. Девич. Успевает отдать пас. Дуглас Коста. Бежит Дуглас Коста. Отдает пас на новичка. Нашей команды, нашего нападения. Но тщетно. Потому что первый был защитник. Девич. Отлично проходит наш игрок. Молодой, но пробить не успел. Не хватает ему опыта, игровой практики. Вроде бы он первый раз вообще вышел на все это время. Но, возможно, его вполне себе купят в хороший клуб. И хоть какой-то клуб. Не, ну хороший, конечно, вряд ли, но мало ли как он разовьется. Особенно учитывая то, что я куплю нормального тренера по физпотатошке. Так, мы побеждаем. Преимуществом минимальным, всего лишь в один мяч, но ничего страшного. Девич не успел отдать на Дуласа Косту. Мяч выходит от игрока противника. Шевчук на Кучмана. Да, проигрывает очень сильно этот нападающий молодой. Но я ему дам шанс, и он сыграет весь этот матч. Конечно, получит красную карточку. Или же травму. Девич. Эх, неудачный пас. Но и расположение выбрал крайне неудачное. Тут игрок. Поэтому нельзя винить полностью тут Девича. Отлично, Девич. Фернандиньо. Фернандиньо удар. И отбивает этот удар. Голкипер. Очень опасно выглядело. Так, Хитарян. Ничего не смог сделать головой. Фернандиньо с мячом. Удар. И гол. Снова потрясающий гол в исполнении нашего центрального полузащитника Фернандиньо. Просто замечательный гол. Давайте даже посмотрим его на повторе. Просто великолепно. Да, о лучшем центральном полузащитнике может даже и не мечтать. Ну, потому что у нас плохой скаут. И лучшего мы точно не сможем купить. Потому что наш скаут может где-то рассчитывать, точнее, договариваться с игроками рейтинга 80. А у нас и так Фернандиньо уделает любого игрока характеристикой такой опорного, ну, опорного и своего плана, так сказать. Я просто подумал о замене, поэтому думал, кого менять. Ага, понятно, нет, все-таки нужно его менять. Нужно менять этого игрока. Выпускаем, конечно же, Эдуарда. Который становится форвардом. Так, Алан Патрик. Нет, нет, нет. Никого больше нельзя такого нормального. Ты кто? Левый полузащитник. Давай-ка. Это Дуласа Косты. А ты кто? АПЗ. Давича хочешь? Нет, давай вместо Хитаряна. У тебя рейтинг лучше. Девич не может пройти. Фернандиньо снова на высоте. Наш молодой игрок с мячом. Возможно, что-то сможет сделать. Девич. Нет, подвел Девич. Молодого игрока, но... Опять же...
сделал Давич то все, что мог в этом моменте. Ой, переключился на сорну автоматически и сделаем подкат неуместный, конечно же. Отлично, Мхитарян, Дэвич. Ой-ой. Упшан. Хотел уже делать им подкат, но не вышло. Нужно уже... Давайте хоть что-то, хоть нарушение какое-то заработайте. Пусть выйдут игроки другие на замену. О, все, отлично, нарушение. Надеюсь, хоть не желтая... Не, желтая карточка. Шевчуку. Ну ладно. Ничего страшного, главное выйдут сейчас игроки замены. Я думаю, они проявят себя хорошо. Учитывая то, что Эдуарда свежий, думаю, дотащит просто на полную. Эдуардо как раз таки. Ну, куда? Почему вы разбежались-то, игроки? Упчман, молодец. Дэвич. Фернандиньо на Дэвича. Эдуардо, который вообще почему-то лазит непонятно где. Сорна. Наухеу. Уже играть уже с Сорне. Подкате. Потому что Наухеу висит на желтой карточке. И будет очень хорошо, если он заработает краску. Сорна, лучший игрок матча, наш защитник. Правый. Это хорошо. Все, это уже была предпоследняя игра. И вот оно счастье. Последнее сейчас будет. Потом товарищеские матчи. И мы переходим в лигу ББВА. Ага. Это кто? Кто это? Так, они баловки, да, понятно. Ага. Это кто? Опять же. Сейчас посмотреть. Шо. Ага, ты. Да, с радостью. С радостью, парень. Я тебе продам. Тем более, смотрите, стоимость трансфера 220, хоть он стоит 78. Хорошо. Переговоры прошли успешно. Все, деньги есть. Зарплата у него, конечно, будет меньше. Постоянно меньше зарплаты, чем у меня. Я, похоже, богатый на зарплату. Так, ну что ж. Что еще? Меня это напугало, если честно. И только что завершилось соревнование Кубок Испании. Ваш любимый клуб Шахтёр... Хорошо добился следующих финальных результатов. Поражение в четвертьфинале. Почему любимый? А не мой. Достижение, которое мы вправе чрезвычайно гордимся. Мы вправе чрезвычайно гордимся. Может, чрезвычайно гордиться? А, чрезвычайно гордиться, да, это. Я уже гоню, извиняюсь. Кубок Испании, да, плюс 109. Звание лучший по голевым передачам, соревновая Кубок Испании. Это огромное достижение для любого игрока. Верить не могу, что мне это удалось. Так, Барселона победила. Победила она Реал Мадрид со счетом 2-1. Через то, что Реал Мадрида Хави. Так, что ж. Самый ценный игрок Месси, золотая бутса Месси, лучше по левым передачам наш игрок Дэвич. Символическая сборная. На воротах Виктор Валдес, слева направо. Защита Михаэль Торрес, Пуёль, Пике, наш Измаил. Полузащита, то есть сначала опорник Хаби Алонсо, потом Кальехон, Тиаго. Тиаго что, перешел из Барселоны в Атлетико Мадрид, ничего себе. И Перотти. И нападение Месси и наш Дэвич. Замечательно, Дэвич вообще себя показывает просто превосходно. Так, ну что ж, давайте, кстати, посмотрим. Я ж вроде бы его добавлял в избранное. Яго, ты где? Если я, конечно, я добавлял действительно.
Вот, да, тя... А, нет, это значит другой тяв. Ну ладно. Так, все, больше ничего интересного. Угу. Да, гоню я уже. Как вы видели, даже не могу правильно прочитать. Ну что ж поделать, дописываю я. Утром до сих пор. Может, до сих пор утро. Вообще, кап. Ладно, сегодня последний день календаря турнира Лига D2. И нашим соперником в финале этого сезона будет команда Канаер. Так, вызывает... Ага. Вро. Запомнил. Список команды. Вро, 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 вро. Ты где? Ты кто? А, во. Как раз о чем я говорил. Не зря. Как знал. Ой-ё. Ладно. Я хотел просто пятого переставить в нормальное место. Хуже Каннибаловского, блин, пятого. Ты вообще дно. Да, отлично. Не знаю, что за клуб, но, по крайней мере, довольно-таки неплохие деньги за него платят. Это радует. Я был прав, значит. Так. А на этом все. Увидимся.